Здравствуйте, уважаемые подписчики. А что выгоднее, выращивать самим рассаду, покупая только семена, или покупать уже готовую рассаду? Давайте порассуждаем. Конечно, сразу напрашивается один ответ. Выгоднее покупать семена, они значительно дешевле, чем рассада. Но для того, чтобы вырастить рассаду, нужны грунт для рассады, нужны удобрения для рассады, нужны емкости для рассады. Конечно, кто-то, может быть, сажает в какие-то подручные средства. Ну, например, популярно сажать в стаканчики от кефира, других молочных продуктов. Но мы их ведь тоже оплатили. Более выгодно сажать в многоразовую тару, но тоже когда-то она стоила денег. Нужны стимуляторы роста, всхожести. Бывают неудачи, бывает рассада гибнет. Наш труд, место на подоконнике – все это хлопотно. И получается, что выращивать рассаду самим не так уж и дешево. Тогда, может быть, купить уже сразу готовую рассаду, но и здесь есть свои минусы. Во-первых, на рассаду выращивается довольно-таки ограниченный сортовой ассортимент. Если вы хотите посадить вот именно нужные вам сорта и гибриды, то, конечно, вот у продавцов рассады вы можете их просто не найти и выращивать лучше самим. С другой стороны, вот когда вы посадили определенный сорт какого-то растения, вы уверены, что из него вырастет то, что вы посадили. А когда покупаете готовую рассаду, приходится верить продавцу, потому что в стадии рассады все сорта помидоров выглядят практически одинаково, все сорта капусты выглядят практически одинаково. И что вам продали, также неизвестно. Еще есть такой момент, что недобросовестные продавцы рассады выращивают ее лишь бы для того, чтобы продать. Однажды я услышала такой разговор, что продавец рассады учила другую женщину, как выращивать на продажу рассады. Сажать ее попозже, где-нибудь в начале апреля, взять практически один перегной, рассада быстро наберет рост, но плодоношение такой рассады наступит очень-очень поздно, потому что есть определенный срок от всходов до плодоношения. И если вы по каким-то причинам не можете, не хотите выращивать рассаду, то ищите очень добросовестного продавца. Но я еще раз повторюсь, что у любого, кто выращивает рассаду, также встречаются неудачи. Покупать готовую рассаду недешево. И зачастую рассаду продают с открытой корневой системой, то есть ее уже выкопали из рассадных емкостей и продают. При этом очень сильно травмируется корневая система. Во-первых, она может и немного подсохнуть. Во-вторых, мы ее травмируем, когда вот разделяем на эти пучки, когда выкапываем, когда сажаем, тоже бывает травмы у корневой системы. И такая рассада очень долго болеет, плохо приживается. Лучше всего покупать рассаду в индивидуальных емкостях, ну, в рассадных горшочках. А это еще дороже, и не каждый может себе позволить купить ту же сотню помидор вот именно в рассадных стаканчиках. Поэтому, я думаю, каждый решает для себя, что ему лучше. Особой выгоды, вот особых преимуществ выращивания своей рассады перед покупной рассадой, если все сложить вместе, я не вижу. И решайте сами, что вы будете сажать. Многие выходят из положения следующим образом. Что-то сажают на рассаду, что-то покупают. И поэтому я вам желаю найти вот ваш оптимальный вариант, чтобы усилий поменьше, но результат получше и денежных затрат поменьше. Ну, а у меня на сегодня все.